От голода и холода спасают вот уже 10 лет собак волонтеры сообщества «Будка». Здесь делятся примерами жестокого обращения с животными и делают выводы о проблемах современного общества. Николай Евенко слушал. Этого пса так и тянет сбежать к остальным собакам. Упрекнуть хозяйку в плохом воспитании питомца не получится. Его Анна выгуливает впервые. Взять это бездомное животное к себе она пока не может. Но девушке уже случалось ухаживать за больными бездомными животными. Один раз у меня был случай, проходила мимо. Мужик просто собаку пинал. Я не могла сделать, как бы он старше меня. Я кидала в него кирпичи. И вот. А он потом написал заявление на меня. И когда все-таки суд был у нас, мама там моя участвовала, папа, вот, у нас был суд, и получается, в мою сторону был выигрыш, то, что собака бездомная. Мужчину осудили на условный срок. От уличной жизни и травм собака все-таки скончалась. Бездомных животных, травмированных людьми, почти ежедневно находят волонтеры сообщества «Будка». Зоозащитники считают, что безразличие к окружающему миру – беда современного общества. Чаще всего родители пойдем мимо, то есть, ой, заразные, ой, это не наше дело, ой, у нас там дома интернет, телевизор, куча дел, вообще нам некогда, это глупости, все, пройдем мимо. Первый раз же все равно какой-то был, не знаю, там раздавленная стрекоза, просто котенок, там, ну как-то так, взятый в руки и швырнутый на пол. То есть нормальный родитель скажет, ну, осторожно. Зверьку больно, давай посадим его аккуратно на диванчик, держать нужно там котенка, так гладить нужно так. Волонтеры «Будки» – это люди разных профессий. Через интернет они находят, какой зверь нуждается в помощи. Искалеченных увозят в больницу, а потом оставляют у себя или на съемных квартирах. Создать приют дорого и неудобно. Днем волонтеры заняты на работе. Все омские бездомные звери держатся, по сути, на двух сообществах. Специализация «Будки» – кошки. Собаками занимаются в приюте «Друг». Сегодня активисты-собачники тоже собирают корм и пожертвования. Скоро «Другу», как и «Будки», стукнет 10 лет. Начиналось это, естественно, там все с нескольких десятков вольеров. А сегодня на нашем попечении находится уже больше 400 собак. К сожалению, это означает, что приют переполнен, потому что мы рассчитаны на меньшее число. Но животных очень много и еще больше, к сожалению, находится на улице и нуждается в помощи. Поэтому мы стараемся выходить на подобные мероприятия, вывозим наших собачек, мы собираем помощь и в то же время показываем людям наших подопечных, что вот они такие общительные, ласковые, что они буквально вот завтра готовы уехать в новый дом. За 10 лет работы «Будка» нашла дом для почти 10 тысяч животных. Принести корм и пожертвования можно на специальных акциях. Их «Будка» проводит ежемесячно. Николай Евенко, Максим Мартынов, Антенна 7.